Эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал! Маугли здесь! Сегодня мы с вами поиграем в одну из игрушек от создателей игры серии игр Astro Creep. Это наш самый любимый экшен про червяка-убийцу-паразита, который эволюционировал. Сегодняшняя игра называется Among the Sheep, что означает «среди овец», то есть кто является волком среди овец. Или волком в овечьей шкуре. Играть мы будем с вами за вот эту прекрасную, очень красивую, презентабельную, прям вообще супер няшку тетеньку. Вот эту вот блондиночку с какими-то непонятными мышцами нереальными. И за ней стоят 4 лысых истукана. Нажмите пробел, чтобы начать. Hi, it's me. Привет, это я. Это вот... Пятница. Эй, Кэсси, слушай. Знаешь, что надо быть честным? Lower management does their job. Upper management makes money. Upper management does not make money. Then upper management asks a few questions. You got me? Now, I'm not being unreasonable. Менеджер должен спросить несколько вопросов у тебя. You took this job the same reason we all did. Ты эту работу выбрала сама, по своей причине, как и мы, все остальные. Every one of the clones before you lock yourself into the hyperspace. Так что тебе нужно просканировать всех клонов, прежде чем ты себя закроешь в криогенной камере. But when half the batch starves to death, we all lose money, Cassie. Lots of money. Так что если ты что-то запустишь ошибку, мы все потеряем много денег. It's your ass. And another thing, you wouldn't know anything about the shipment of morphine that turned up missing by any chance, would you? Что-то там про какой-то морфин, про какой-то корабль? Then ice. Про морфин? Загрузка. Долгая загрузка, нам сказали здесь. Эта игра не в привычном нашем стиле. Такого вот квеста point and click. Нажмите E для того, чтобы открыть или закрыть. Вот она вышла у нас из криогенной камеры. Прекрасно. Что-то с разрешением здесь не так. Движение, значит, A и D. Пробел — это бежать. Окей. Открывать объекты — левая кнопка мыши. Входить в двери — это W. Окей. Значит, непривычная у нас будет здесь игрушка. Это будет, скажем так, RPG. Это же выживание, скорее, даже будет. Смотри, какой у него целлюлит на ляжках. Страшный. Это что за тварь ко мне идет? Это что за тварь? Я что-то боюсь к этому андроиду идти. Что-то он какой-то сильно страшный. Мне кажется, нам нужно выжить. Так, взаимодействие с объектами. Что это такое? Нажмите S для того, чтобы закрыть. Вам нужно... you have acquired... у вас есть какой-то там security bot. Какой-то бот, робот... или вот это есть бот. Эти дроны их снабжают... с тактическим каким-то прицелом или фонариком, сканером ДНК и защитной плазменной пушкой. Для того, чтобы его перезарядить батарейкой или снарядами, схватите какие-нибудь из них из инвентаря и перенесите, видимо. Кликните на полоску энергии для того, чтобы... Так, в секции меню. Правой кнопкой мыши это прицеливать, левой кнопкой мыши стрелять. Плазма, лазер, пушка... У нее бесконечные патроны, понятно. Маус ап, колесо, видимо, как-то мы должны наверх крутить. Это включает флешлайт или фонарик, или выключает. Нужна батарейка. И нажмите также S, чтобы включить ДНК-сканер. Нужны специальные какие-то приблуды. Окей. Это наш инвентарь. Прекрасно. Очень, очень насыщенная игра. Здесь, опять же, да, вот у нас теперь есть ДНК-сканер. А вон там тварь какая-то страшная, смотри. Какая-то страшная тварь. Я что-то боюсь к ней подходить. Стрелять мы пока... Можем в нее стрельнуть? Вау! Убили? Мне кажется, это какой-то чужой страшный был. Какой-то страшный чужой. А, вот так я его могу, да, активировать? Понятно. Так, ты у нас кто такой? Клон 9. Клон 9, непонятно. Это у нас кровь. Совместите пустые чашки Петри и образцы крови. У нас тогда получится что-то. У нас пока ничего нету. Так, микроскоп у нас есть. Нам что-то этих клонов надо проверить. Какой-то... Вот, чашка я нашел. Дальше. Используйте микроскоп. Для того, чтобы использовать микроскоп, вы должны сначала подставить туда сэмпл созданной крови на кровяной станции. Дальше. Так. Затем кликни на микроскоп и поместите сэмпл туда, образец. И затем зарядите. Микроскоп можно увидеть с помощью W. Все понятно. Окей. Что у нас здесь? Там ничего у нас нет. Видите, как очень, очень непривычный, необычный жанр такой. Так, что у нас здесь? Клон. Это понятно, это делать нам нужно. Как делать? Нам не надо пока ничего делать.
Мы должны с вами идти сюда, видимо. Так, окей. Смотри, какой у нас вообще этот РПГ прям вообще конкретный. Так, ты у меня кто такой? Сканируй. Клон вроде. Бери. Что у нас здесь такое? Взять кровь из клона. Для того, чтобы создать... Сначала нужно вытащить из клона. Ударьте его морфином сначала, затем кликните на нем. Так, так, так. С пустым каким-то гиппо. Для того, чтобы вытащить из него... кровь. Окей. Ясно. Давайте посмотрим. Вот эти все штуки мы можем взять. Давай попробуем теперь. Начнем. Сначала надо его долбануть каким-то образом. Бей. Как его ударить? Объясните мне. Как его ударить? Это у нас, значит, пустой, а это у нас морфин. Окей, может быть, можем попробовать сначала просто вот так вот на него кликнуть. Давай попробуем. Вот, отлично. Теперь мы берем пустой и вытаскиваем из него кровь. Ништяк. Вообще супер. Все, взяли. Окей, вставай. Вставай, клон, нормально. Не обижайся, не серчай. Пошли сходим. У нас есть чашка Петри, у нас есть образец крови. Я так полагаю, что мы можем как раз исследовать. Вот с этого тоже, кстати, можно взять. Ну-ка, лежать. Сейчас я с тебя кровушку-то возьму. Что, 10 клонов нам или 10 образцов у нас? Так, и все, по-моему, их парицы кончились. Значит, берем чашку. А у нас чашек несколько было, кстати. Чашку поместили. Образец крови поместили. Все, готово. Теперь у нас появилась чашка с кровью. Куда мы ее положим? Сюда, под микроскоп пойдем, посмотрим. Тетка явно после анабиоза, видишь, она еле-еле вообще ходит. Так, смотрим. Микроскоп. И что, это все? Эй, вот, смотрим. Так, обычные кровяные тела. Значит, он не зараженный. Обычная кровь. Это у нас клон 6 был. Окей. Ладно. Так, как нам выйти теперь отсюда? Вот, отлично. То есть нам нужны чашки. Чашки у меня... Сколько? 3 штуки есть. Но у меня больше нет никаких. Вот. Хотя можем сделать, смотри. Так, чашку сюда. Вот, еще один готовый у нас теперь сэмпл. Пойдем проверим его. Поставили. Давай посмотрим. Это у нас клон 6. А что мы должны? Мы должны выявить... Я так понял, мы должны выявить паразита, который как раз... здесь затесался и принял форму одного из этих самых клонов. Окей, ладно. Что-то пока что немножечко это все, конечно, страшновато. Эти, значит, клоны у нас в порядке. Окей, ладно, значит, нам надо идти дальше. Так, мы с вами... Это какой у нас клон? Это клон 6. Клон 6 у меня, по-моему, есть. Да, все нормально. Он у нас чистый. Пошли сюда сходим. Вау! Так, надо убить, там какая-то тварь ходит. Есть. Я не знаю, мне кажется, это какая-то тварь страшная. Батарейку бери. Что, здесь еще есть? Так, о, шприц, прекрасно. Ну, по крайней мере... О, нифига тут какие штуки. Так, клон 10. А у меня морфина нету, кстати. Так просто взять мы с него не сможем. Надо идти морфин искать. Опять кровяная станция у нас здесь есть. Только здесь все во тьме. Ты посмотри, какое 3D здесь. Так, отлично. Пустых шприцов больше, чем клон 7 еще есть. Вот, сейчас мы как раз с двоих сразу возьмем. Тихо, стоять. На тебе! Вот так взяли. Ништяк. Ну все, вот он у нас есть. И со второго клона тоже надо сходить, кстати. О, отлично. Вот эти точно транквилизаторы. Вот это то, что мне нужно. Так, что у нас здесь? Ничего нету. Вот чашечки. Прекрасно. Ну что, неплохой геймплей, кстати, скажу я вам. Очень даже такой завораживающий, я бы сказал. Так, по-моему, где-то здесь... Вот, тихо, стой. Стоять бояться. Клон 10. Мне нужна твоя кровь. Есть, взяли. Так, давай-ка, короче, берем теперь. Сделаем сейчас сэмпл. Готов. Так, это клон 10 у нас. И также мы... Подожди, мы еще можем сделать еще один, 7-й сразу. 7-й вот... Подожди. Поставь. Подожди. Почему ты берешь... Я вот беру. Я беру 7-й! Какая-то фигня. Так, ладно, давай сюда поставим.
шприц. Он почему-то берет чашку вместо шприца. Это какая-то ерунда, смотри. Он просто не берет. Седьмой клон. Он не берет его. Шприц не берет! Как мне это сделать? Это баг. Это какой-то баг. Жестокий причем. Смотри, он просто его не берет тупо. Он превращается почему-то в чашку. Черт с тобой. Гори в аду. Побежали. Пробуем сейчас. У нас, по крайней мере, есть новый. Десятый. Мы сейчас его проверим. Так, десятый. Загружай. Смотрим. Обычные кровяные тела, эритроциты. Вроде вирусов никаких нет. Ну, скорее всего, да. Так, ладно, пошли. А что, как я дрона могу? Если я инвентарь свой открою. В дрона можно вроде как энергию какую-то загрузить. Или куда? Ладно, не хочет что-то загружаться. Может быть, он должен сесть сначала? Так, здесь мы с вами... А, здесь мы не были еще, кстати. Так, вон тварь, смотри. Хероборина страшная. Пиу! Убили монстра несчастного. Так, еще один. Это у нас клон 3. Ох, сколько, смотри. Что это такое? Security Bot Modification. Что-то вы только что открыли Security Bot'а. Модификацию, чип, так-так-так, вам он тогда сможет стрелять пламенем, пламя ограничено, но очень смертельно. Установите врага в пламя, и тогда он будет умирать постепенно. Нажмите Shift для того, чтобы переключаться между плазмой или огнем. Так, как теперь? То есть все, он теперь у нас уже по умолчанию, да, типа, стреляет огнем. Так, ладно, поехали, значит, ты нам нужен, мне нужна твоя кровушка. Отдай, а вот с этого мы не можем взять? Так, это переключение, понятно. Это у нас просто переключение. Вот Bloodstation у нас есть. Ну, поехали. Я надеюсь, сейчас такого бага не будет. Так, это третий был. Все, прекрасно. Так, сейчас мы как раз и посмотрим. Это у нас третий. Это уже третий, да, у нас? И... Тьма. Я что-то не понял, почему не сработало. Ну вот, третий клон. Сэмпл вроде нормальный. Никаких проблем. Обычные эритроциты. Ну, побежали дальше. Я что-то не знаю, я вот к этим штуковинам не подходил. Может быть, и правильно делал. Так, это мы здесь не были, по-моему. Восьмой клон, стоп. Восьмой клон, стоять бояться. Опа. Кровушку дайте, пожалуйста. Так, тарелка. И сэмпл у нас. Это какой у нас? Это восьмой. А микроскоп у нас был где-то здесь. Такой вот незатейливый геймплей у нас в этой игре, но я думаю, что очень даже интересный. Мне, по крайней мере, нравится вся вселенная Астрокрипа. Я, можно сказать, фанат. Так, что-то не сработало, смотри-ка. С первого раза не сработало. Что за тьма у нас тут? Что-то не показывает. Во! Восьмой клон. Вроде ничего такого не происходит. Стандартное кровище. Ну ладно, хорошо. Осталось у нас... Еще 4 клона. И один, которого мы не можем никак проверить. Так, смотри-ка, у нас здесь радио какое-то есть. Что, мы с ним как-то взаимодействовать не можем, да? Поэтому радио нам вначале давали приказы. Так, ну ладно. А, вот микроскоп, кстати, здесь был. А дальше мы пройти не можем? Да, дальше мы пройти не можем. Ну что, надо идти искать еще. Восьмой клон в порядке. Хероборина где-то ходит, еще одна. Причем не одна. Пойдем искать. Так, нам в другую сторону. Значит, это крыло мы с вами немножечко осмотрели. Он прям так ходит. Как корова на льду. Так, здесь у нас тьма тьмущая. Погоди, давай-ка сходим вот сюда. До конца сейчас проверим. Седьмой клон у нас... Вот, мы все никак не можем взять его, смотри. Просто не можем тупо взять. А если мы попробуем его еще раз кольнуть?
Вот так. А мы не можем опять взять, прикинь. Хреново, хреново. Так, а здесь мы были. Все, это у нас тупик. Значит, надо идти дальше. Вот седьмой клон как раз может оказаться тварью страшной. Так, десятый клон в порядке. Это я про тебя помню, чувак. Я что, стрелять буду на поражение. О, здесь у нас уже мертвая тварь. Подожди, она если квадратная. Так, клон один. У нас клона один еще не было. Да, you were a recumbent ship. Вы были порабощены или сожраты вот этим самым паразитом. Нажмите пробел, чтобы снова попробовать. Слушай, прикольно. Вообще прикольно. Интересно, вот просто ради интереса, давайте попробуем, можем ли мы клона расстрелять? Значит, он первый как раз и был клон. В смысле, не клон, а паразит. Так, давай, выходи уже скорее. И сейчас попробуем, попадемся в руки вот этому роботу страшному, непонятному. Что это за тварь? Розовая ходила. Вот, смотри, розовая тварь, подходим. А что, а почему она на меня не бьет? Может, это тоже клон? Подожди, может, это тоже у нас... А почему я их убивал? Может быть, это просто стандартный какой-то клон, который... Которого тоже нужно. Хотя на него вообще никак не наводится. Фигня какая-то. Так, давай-ка попробуем этого расстрелять. А-а-а! И чё? А если я всех просто перебью тупо? Game over. И вы, вы убили неинфицированного клона. Слушай, так а как я вычислю? Если эта тварь сразу на меня напала. Как я это вычислю? Hi, it's me. Так, давайте попробуем все-таки еще разок. Мне кажется, это интересно будет. Ну, завалит да завалит во второй раз. Теперь, по крайней мере, мы примерно знаем. Я предлагаю все-таки убивать вот этих вот розовых. Они какие-то страшные. Мне это не нравится вообще. Так, это все понятно. Давай-ка, бери. Так. Че, убиваем? Убили, отлично. Так, вот смотри, клон подозрительный ходит. Нападет. Вот у меня сейчас вообще ничего нет. Ладно, он вроде не нападает особо. Чашка Петри. По-моему, здесь одинаковые. Я тебе в лицо свечу, смотрю. Не вздумай нападать на меня. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Вон какой-то идет, чувак. Ой, он идет сюда. Черт. Открывай. Давай-ка его, опа, сразу уколем. Чтоб он не вздумал даже дергаться. Так, станция крови у нас была где-то здесь, по-моему. Этому тоже сейчас сразу. А, здесь у нас транквилизатора нет. Ну, это вроде не буйный, смотри, он бы напал, наверное. Есть, готов у нас сэмпл. Пойдем проверим. Ай, опять тьма какая-то непонятная. Может быть, они, кстати, повторяются здесь. То есть, может быть, здесь все заскриптовано. И каждый раз все то же самое. То есть, первый клон у нас как раз будет тварью. Ради интереса можно проверить. Так, стоп. Ты у меня известный. Шестой, в порядке все с тобой. Какие-то проблемы с разрешением у этой игры. Так, тихо, там какая-то вон тварь. Это, по-моему, идет розовая. Убьем ее нафиг. Я что-то ей вообще не доверяю. У нас нет транквилизаторов, это очень плохо. Значит, что мы не сможем нейтрализовать клона, если он вдруг попадет на нас. Так, это десятый. Что, у нас нечем его, да? Ну, давай попробуем, пройдем просто мимо. Стоит на месте. Ладно, не напал, уже хорошо. Седьмой. Вот так, отлично. Седьмой сейчас у нас пойдет. Опа, упал. Отлично. Так, забираем все. Мы ведь можем сначала сходить понабрать все. Хотя мы не будем точно знать, кто есть кто. О, транквилизаторов, отлично. Много транквилизаторов. Чашки, ништяк. Так, поднабрали. Пошли сюда. Так, сейчас ты у меня упадешь, чувак. Опа, тварь опять идет. Стреляй по ней. Так, это клон третий. Возьмем образцы.
И проверяем. О, посмотри, сколько много расходных материалов здесь. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, не иди ко мне. Ладно, вроде не нападает. Я думаю, что он бы, если бы был заражен, он бы на меня сразу напал бы. А может быть и нет. Кровяная станция у нас есть. У нас есть два, значит, сэмпла. Давай как раз сейчас их и сделаем. Так, готово. Одна. И вот седьмой теперь берется. Смотри-ка, нормально. Теперь нормально, все, теперь круто. Значит, третий и седьмой надо проверить. Это у нас седьмой. Смотрим. Вычислить. Короче, это типа мафии. Мафии только на космическом корабле. Седьмой в порядке. Дальше смотрим. Третий. Третий тоже в порядке. Да. Окей, хорошо. У нас есть транквилизаторы, достаточно большое количество, 8 штук. То есть к клонам лучше не подходить, прежде чем мы их не обезвредим. Вот это надо уяснить себе. Так, шестой. Тихо, 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 тихо. Убегай, убегай, убегай. Опа, лежать. Так, отлично. У нас есть эта штука. Теперь лучше уйдем отсюда, чтобы он на нас не напал. Ни в коем случае. Чашек тоже у нас дофига. Это у нас был восьмой, да? С восьмым вроде тоже все в порядке. Вируса не обнаружено. Так, еще раз. Седьмой мы сделали, шестой и третий тоже мы проверяли. Так, ладно. Кто у нас еще остался? Еще немножко осталось у нас. Так, восьмого мы проверили, все нормально с тобой. Транквилики. Все ништяк. Вот первый опять, до первого мы сейчас доберемся, попробуем все-таки его как-то издалека оглушить. Что вдруг он как раз является тем опасным, зараженным. Атмосфера, какая-то, на самом деле здесь есть атмосфера гнетущая. Так, седьмой проверен у нас. Все в порядке с тобой. Значит, мы шли с вами по периметру, против часовой стрелки. И там как раз у нас попался этот самый клон-убийца. Так, десятый. Десятый не проверен. Десятый не проверен. Тихо, стоять. Стоять. Так, раз, отлично. Сразу сюда ставим. Сюда ставим, проверяем. Нет, нафиг, я пошел отсюда, подальше. От тебя в безопасности мы сделаем. Где-то здесь у нас был. Вот, микроскопчик. Так, десятый, проверяем. Эритроцитики пошли, белых никаких тел я не вижу. Вирусов. Вроде все нормально. Ладно, десятый у нас в порядке. Окей. Интересно, эта тварь, когда она будет на нас нападать. Мы ее сможем сразу убить? Или нам придется еще какое-то время с ней сражаться? Так, вот здесь где-то был, по-моему, первый. Так, здесь мы кого-то уже гасили, кстати. Осторожно, кто-то здесь должен, какой-то клон быть. Так, вот здесь, смотри-ка, ну-ка. Тут какой-то есть клон. Первый, 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 собака. Так, открываем. Сейчас я тебя уколю. Укольчик тебе сейчас поставим. На, лежать. Опа, смотри, что это за знак такой появился? Холодно, что ли? Валим отсюда. И холодно, похоже. Какие-то у них, смотри, появились. Я не понял, что это за... Так, это кто такой? Шестой, шестой в порядке у нас. Мы замерзать начинаем, похоже. Время идет. Что нафиг происходит здесь такое? Или это метеоритный дождь? Так, пятый, пятый, пятый. Я пятого не знаю. Так, пятого давай-ка уколем сразу. Лежать. Я не знаю, что это за метеоритный дождь был. Но что-то мне это не очень нравится. Нам нужно кровяную станцию найти. Так, шестой известен. Кровушка, ты где? Так, погоди. Давай сюда зайдем. Девятый. Девятого у нас нету. Лежать. Отлично. Так, ладно. Быстренько сейчас сделаем сэмпл. Так, сюда. Быстро. Давай девятого сразу проверим.
А, смотрим, что у нас здесь. Красные тела. Красные. Вируса не обнаружено. Девятый в порядке. Девятый в порядке. Дальше что у нас? Пятый. По очереди будем, чтобы не смешивать. Так, пятый у нас. Давай сюда. Пятый клон. Да, опять красные тела. Вируса нет. Окей. Остался еще у нас вариант. Первый. Так, первый. Сюда. Сколько, интересно, инфицированных? Один он должен быть. Что это было такое сейчас? Что происходит? Первый клон. О! Первый клон. Так, пошли искать первого клона. Первого клона сейчас валить будем. Первый клон, это как раз который у нас был там. Что это за звуки? Вы слышите звуки? Такое ощущение, что за мной кто-то ходит. Клон пятый, не то. Первый, по-моему, здесь где-то должен быть. А, нет, это подожди. Это тупик. Пятый клон, тихо. У нас нету второго и четвертого, запомните. Так, а здесь вообще прохода нет никакого. Блин, очково. Ладно, пойдем поищем его. Если он один, то... Он в прошлый раз тоже был первый. Так, это мы отсюда начали. И здесь еще дверь. Здесь больше двери нет? Да ты че? Я заблудился, что ли? Так, это у нас кто? Шестой. Шестой у нас в порядке вроде. О-о-о-о. Так, тихо. Вот, отлично. Так, надо быть осторожным. Или погоди, или нам в эту сторону надо идти. Мне кажется, что вот в эту сторону. Или здесь тупик. Вот, здесь будет первый сейчас. Первый. Первый, тварь. Где ты? Не вижу его. Куда делся первый? А-а-а, тварь! Он за мной идет? Офигеть, я его не вижу. Он убежал от меня, что ли? А что, я пройду через этот огонь? Или вот это он сгорел? Я не понял, что произошло. А куда он делся? Или здесь не один клон зараженный? Капец, жесть какая-то. Right click. Вот, смотри, что написано здесь. Правый клик, чтобы закрыть. Убить как раз паразита. Паразит — это вирус, который... Так. Сингулярный какой-то там... с одной единственной целью. Он распространяет инфекцию. Твоя цель не только выжить, но также... с как можно большим количеством клонов оставшимся. И паразит попробует остаться скрытым. Будет выглядеть как один из клонов. Ты должен понять, кто есть паразит. И health in a series. И убить его здоровье в целой серии стычек с ним. Если ты убежишь от клонов. А, если у тебя кончатся клоны. Убей неинфицированного клона. Или убей себя. Тогда ты проиграешь игру. Не понял. Вот я вот я его заметил. Я не понял, что произошло. Еще раз. Ты должен понять, кто является, ну, вот этим самым притворщиком. И понизить его здоровье. Снова и снова с ним сражаясь. Если у вас кончатся клоны... Убей неинфицированного клона. В смысле, кончатся клоны? Или убей себя. Ты тогда проиграешь. Определите и личность притворщика. Убейте. Сразитесь с притворщиком и убейте притворщика. А чё к чему? Я не понял. Или у нас... А, вот оно чё.
Так у нас все... Подожди, а у нас как? Это что, продолжается все, что ли? Я что-то не понял. Здесь, видимо, несколько уровней. Несколько уровней, которые нам нужно пройти. То есть, допустим, убивая первого, мы, получается... у нас на 9 остается всего лишь личности, которые нам нужно проверить. Так, тихо. Лежать. Так, побежали. То есть нам нужно каждый раз вычислить. Ну, мы не так уж много ему на самом деле-то отняли. Вообще немного отняли, если быть честным. Так, что-то я боюсь к нему подходить. Пошел отсюда. Пошел отсюда! Черт. Попадос. Так, тихо. Четвертый. Это что у нас такое здесь? Че это такое? Холодильная установка, кондиционер какой-то. Ладно, валим отсюда. Ой! Я в западне. Так, как нам через этого чувака пройти? Или побежим? Ладно, он вроде не тварь. А, так, значит, если он не тварь... У нас опять какой-то метеоритный дождь пошел. Или это обморожение какое-то. Так, ну вроде он на меня не нападает, значит, скорее всего, он не тварь. Но у меня нет никакого микроскопа. Это реально может затянуться. Мы ему сняли, может быть, четверть даже. Даже меньше, чем четверть. О, погоди. Так подожди, что, все продолжается, что ли? Или инфекция, типа, распространяется? В чем дело-то? Скорее всего, инфекция просто распространяется. И каждый раз нам придется снова-снова тех же самых клонов проверять. Ладно, окей, я готов к этому. Десятого проверяем. Так, сразу сюда его раз. Сюда. Отлично, побежали отсюда нафиг. Так, еще седьмой у нас есть. Лежать. Так, что, проверим, давай, что мы проверим сейчас? Давай второй проверим. Второй в порядке. Второй в порядке. Это какой у нас сейчас здесь лежал? Это седьмой, седьмого сейчас сразу проверим. А, мы у нас нет его образца. Четвертый. Ну нехило я этого паразита поджег-то. Так, четвертый в порядке. Десятого мы проверяли. Седьмой у нас непонятен. Ну ладно, аккуратненько выйдем. Так, этот еще у нас, смотри-ка, стоит здесь. Так вот почему здесь так много разных расходных материалов. Потому что дофига, дофига придется бегать. Так, Bloodstation у нас здесь. Так, это у нас, значит, третий. Третий и седьмой тоже проверяем. О. Вот так, отлично. Готово. А какой-то у нас еще сканер ДНК есть. Как он у нас врубается? Ладно, я пока стрелять не хочу. Так, мне нужен... Тихо, тихо, тихо. Ты у нас кто такой? Восьмой, лежать. Так, сразу восьмой тоже сделаем. Вот микроскопчик у нас есть. Вот сейчас восьмого сразу проверим. Ха, да, это напряженная игра и довольно-таки длинная получается. Так, восьмой в порядке. Дальше кто у нас там был? Давай проверим еще раз просто всех. Я уже забыл, кого мы там. Второго мы уже смотрели, по-моему, с вами. Третий. Третий в порядке. Четвертый. Четвертый в порядке. Восьмой. Восьмой в порядке. Седьмой. Седьмой в порядке. Десятый. Десятый давай. Десятый в порядке. Ладно. Значит, всех, кого мы сейчас только что видели, они все в порядке. Это не может не радовать. Так, мы с вами... Так, это какой? Третий. Третий у нас есть. Все в порядке. С ним нормально все. А, стреляй, 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 стреляй! А как? Мы же смотрели третий, вот только что мы смотрели, там красные тела эти были, кровяные. Это вообще как-то странно, вот только что буквально мы прям просмотрели его.
Ладно, фиг с ним. Ну что, прикольная игра на самом деле. Может быть, она реализована как-то странно и вообще непонятно, можно ли ее пройти, но... Вселенная Астрокрипа меня всегда радовала, всегда тянула. Мы проходили с вами первую часть, мы проходили с вами недоделанную вторую часть, которая, кстати, есть в описании под видео, есть ссылка на плейлист с Астрокрипом. Обязательно переходите. И там же есть ссылка на плейлист со всеми сериями про этого нашего паразита-червя. Да, это очень прикольные летсплеи получились. Но в любом случае, спасибо большое, что были вместе со мной, переживали этот космический ужас со мной на двоих. Спасибо большое, поставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, увидимся в следующем видосе, всегда оставайтесь на высоте. И покедова! Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты Шерхан, запомни мой мотив, без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду Маугли, а ты всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я буду Маугли, а ты подпишись.